я требую освобождения Михаила Саакашвили. Я его считаю гением, и все. Bugün Gürcüstanın paytaxtı Tiflis şəhərində vətəndaşlardan biri tək adamlıq aksiya keçirib. Belə ki, Tiflisdə parlament binasının önündə Mikhail Saakashvili tərəfdarlarından biri tək adamlıq aksiya keçirib. Etirazçı parlament binası önündə Mikhail Saakashviliyə azadlıq şuarları yazılan löhfələr yerləşdirib. Maraqlı məqamlardan biri isə polisin aksiyaya müdaxilə etməməsidir. Daha ətraflı video sujetdə. Dəyərli Kanal 13 izləyiciləri, bugün sizinlə Gürcüstanın paytaxtı Tiflis şəhərindən görüşə gəlmişik. Tiflisdə parlament binasının önündə olarkən gördüyünüz kimi burada aksiya təşkil etmiş olan, bir nəfərlik aksiyanı təşkil etmiş olan bir nəfər gördük və biz həmin insanın fikirlərini öyrənmək istədik. Gürcü dilində yazılmış olan bu lövhələrdə nə yazılmış olduğunu soruşduq. O isə Saakashvili'nin həbs olunmasına görə etiraz etdiyini bildirir. Həmin insanın fikirlərini öyrənək. Здравствуйте, пожалуйста, первым представьтесь, как вас звать, сколько вам лет? Сюжан Игоревица, 36 лет. Почему вы здесь? Что вы требуете от правительства? Я требую освобождения Михаила Саакашвили. А почему вы хотите, чтобы его освободили? Как вы его считаете? Каким вы его считаете политиком? Я его считаю гением, и все. Вы его считаете гением? Да. И что вы здесь делаете? Сколько дней вы уже здесь голодаете? Вы сказали, что вы объявили голодовку. Седьмой день, с 13 числа я начала голодовку. И 23 числа я приезжаю, чтобы видеть, что я правда почему. А вот правительство как-то реагирует на вашу вот забастовку? Нет, никак. Столько раз было. Полиция знает, что я голодаю, и все. Только полиция. А из правительства вам никто не подходил? С вами не хотели общаться? Нет, никто не подходил. А как реагируют люди вот вам? Люди, которые живут в Грузии, вот, от другие? Есть люди, которые хвалят, что молодец. Есть люди, которые плюют на меня там, что головой качают и проходят. Даже есть люди, которые не принимают. Да, есть люди, которые помогают. Через сигаретку купили, одеяло принести, подушку принести. Вообще никто они не проходит. Что вы еще бы хотели добавить? Вот сейчас вас смотрит. Я хотела бы стишок рассказать. Стишок, вот, пожалуйста, как раз вас снимает камера. Какая я встала? Вот, пожалуйста. На каком языке будет? На русском. На русском? Отлично. Я жизнь хочу наполнить смыслом. Она полна суетой. Во всем божественном и чистом душе найти земной покой. Но не дает нам насыщения. Ее немыслимый полет. С приходом в мир и до затмения мудрее к небесам идет. Страдая, падая, взлетая, она как страница во тьме, все ищет путь к воротам рая, боясь скорее во тьме. Ей хочется умыться снегом, из грязи показать лицо, боясь отверженной быть небом, своим единственным отцом. Она все плачет и страдает, стучится в сердце и зовет. А мы живем и умираем, питая плоть из года в год. И проживая на удачу, закрыв глаза и видим все. А небеса над нами плачут, а мы смеемся и в ответ. Браво. Это чей стих был? Это песня Стаса Михайлова «Страдая, падая».